Привет! С вами я, Екатерина Юрочкина. И в этом видео я вам хочу показать упражнения, которые укреплят ваши боковые косые мышцы с живота. И все эти упражнения мы будем делать из положения стоя. Вам понадобится стул, либо стол, либо вы можете держаться за подоконник, за все что угодно, за барную стойку. Выбирайте все что угодно. Не забудьте подписаться на мой канал. Итак, помним, что растягивать спину можно не только вперед или назад гнуться, но очень важно гнуться и по сторонам. Это, во-первых, будет укреплять ваши косые мышцы живота, а также делать ваш позвоночник более гибким и пластичным. Итак, становимся к стулу. Левая рука на станке, ноги вывернутые, пятки вместе, носки врозь. Сильно вот так не нужно стоять, в комфортном положении стоять. Руку подняли наверх и будем делать наклоны. Раз, два, три и наверх. Следим, чтобы плечи не поднимались. Еще раз. Раз, два, три и наверх. И еще два, три. Раз, шея длинная, два, три и еще четыре раза. Раз, два, три и наверх. Раз, два, три и наверх. Раз, два, три, наверх. Раз, два, три и стоим. Держим живот обязательно в себя, живот не вываливается. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, выросли наверх. Вторую руку наверх, просто стоим, тянемся, живот втянули. Опустили руку и делаем подряд. Раз, два, три. Как можно ниже. 4, 5, 6, гнемся, 7 и еще 8. Ниже, 2, 3, 4, 5, 6, плечики вниз, лопатки вниз. 8, и еще 16, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и последние 8, не сдаемся, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и держим. 8, 7, живот втягиваем, 6, 5, 4, 3, 2, 1, выросли, вторая рука наверх, держим, живот втянуть, лопатки вниз, вернули руку, теперь наклонились максимально вниз и пружиним. 8, 7, 6, 5, еще ниже, 4, 3, 2, и еще 8, ниже 7, 6, 5, 4, 3, 2, и еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последние 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и держим. 8, еще ниже 7, еще 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вторая рука наверх, вытягиваемся, потянулись в пояснице, шея длинная, лопатки вниз и расслабились. Поменяли стул и все сделайте с другой стороны. Не забудьте, очень важно делать эти наклоны с обоих сторон. Вот такая небольшая
можно сказать, пауза 5-минутная, и вы почувствуете, как ваши мышцы спины и косые мышцы живота стали укрепляться и становиться более гибкими. С вами была я, Екатерина Юрочкина. Не забудьте подписаться на мой канал.